Встаем на начало ковра, выравниваем спину, плечи опускаем вниз, ладони перед собой. Со вдохом руки пошли вверх, потянулись, с выдохом наклон к ногам. Правой ногой делаем широкий шаг назад, левую ногу сгибаем, растягиваемся между ногами, убираем назад левую ногу, прямая планка, опускаем колени, грудную клетку и подбородок, со вдохом прокатились вперед, с выдохом перекатываемся через носки на стопы. Правой ногой вытягиваемся вверх, проносим ногу, широкий шаг, руками вытягиваемся по диагонали, руки параллельно друг другу, опускаем ладони, под шаг левой ногой, выдох, наклон к ногам, со вдохом руки пошли вверх, потянулись, с выдохом наклон, левая нога, широкий шаг назад, правую ногу сгибаем, растяжение, убираем назад правую ногу, выравниваемся в планке, опускаем колени, грудную клетку, подбородок. Со вдохом скользнули вперед, с выдохом перекатились через носки на стопы. Левой ногой вытягиваемся вверх, проносим ногу, широкий шаг, руками вытягиваемся вперед и вверх, опускаем ладони, под шаг правой ногой, выдох, наклон к ногам. Со вдохом руки пошли вверх, с выдохом руки опустили вниз. С очередным вдохом руки через стороны соединяем над головой, колени пригибаем, с выдохом наклон. Правой ногой делаем широкий шаг назад, корпус выравниваем, ладони на поясе, сводим лопатки, локти, ставим руки, убираем назад левую ногу, планка. Сгибаем локти, нижний упор, со вдохом прокатились вперед, с выдохом перекатились через носки на стопы в положении собаки мордой вниз, со вдохом правая нога уходит вверх, проносим ногу, широкий шаг, руки через стороны соединяем над головой, отклоняемся немного назад, ставим ладони, отталкиваемся левой ногой, выходим на правую ногу. Правой рукой дотягиваем себя ближе к ноге, опускаем левый вдох, с выдохом наклон к обеим ногам, со вдохом руки пошли вверх, потянулись, прогнулись, с выдохом руки опустили вниз. Со вдохом руки пошли вверх, уткатасана, с выдохом наклон, левой ногой широкий шаг назад. Выравниваем корпус, ладони или на поясе, или на пояснице. Добавляем небольшой прогиб назад. Ставим руки на ковер, убираем назад правую ногу, прямая планка. Сгибаем локти. Со вдохом прокатились вперед. С выдохом перекатились на стопы. Со вдохом поднимаем левую ногу вверх. Тянемся между ногами. Смотрим вперед, проносим ногу, широкий шаг и руки через стороны соединяем над головой, добавляем небольшой прогиб, опускаем руки на коврик, выходим в баланс на левую ногу, левой рукой дотягиваем себя к ноге, подставляем правую, выдох, наклон, со вдохом руки пошли вверх, потянулись, с выдохом руки опустили вниз, восстановили дыхание, полный глубокий вдох, плавный выдох через нос. И встаем в устойчивое положение. Стопы немного пошире. Левая ладонь на поясе, правая рука вытянута вверх. И с выдохом уходим в боковой наклон. Вытягиваем боковую поверхность корпуса. Взгляд из-под руки направлен вверх. Возвращаемся плавно обратно, правая ладонь на поясе, левая рука через сторону пошла вверх, потянулись и с выдохом уходим в боковой наклон. Возвращаемся обратно,
ладони на поясе. Стопы можно чуть-чуть пошире развести, сделали вдох. И с выдохом уходим наклон вперед. Руками беремся за лодыжки и немного руками себя дотягиваем к ногам. Колени удерживаем прямыми. Переводим левую руку на правую стопу, захватили обеими руками ногу, сделали вдох и с выдохом вытягиваемся вдоль правой ноги, прижимаемся животом, грудной клеткой, тянемся подбородком к голени, голову приподнимаем и перетекаем на левую сторону, захватываем обеими руками ногу и также помогаем себе, дотягиваем себя ближе. Голову приподнимаем, переходим в центральное положение. Стопы можно развести чуть-чуть пошире. И правая рука пошла вверх, разворачиваем плечи. Левой рукой можно захватить правую ногу, дотянуть себя в скрутке. Возвращаемся обратно. Правая ладошка по центру, левая рука ушла вверх, плечи разворачиваем. Также правой рукой можно сделать захват за левую ногу и глубже дотянуть себя. Развернуть плечи, грудную клетку. Возвращаемся обратно. Ладони перед собой сделали вдох и с выдохом уходим наклон к ногам. Руки складываем в локтевой замок, тянемся локтями вниз, вытягиваем наши плечи, позвоночник. Голову приподнимаем, ставим ладони перед собой, ноги собираем вместе и опускаемся, садимся на коврик, разводим ноги пошире, помогаем себе руками, разводим стопы или ладони ставим за спиной, приподнимаем таз, двигаем таз ближе вперед, поворачиваемся к правой ноге, левая рука на бедре, правая рука через сторону пошла вверх, вдох, потянулись и с выдохом уходим наклон в сторону ноги. Захватываем стопу, взгляд из-под руки направлен вверх, дыхание ровное, спокойное. Выставляем вперед правую руку, опускаем левое плечо еще пониже и снова захват рукой за стопу, фиксация. Разворачиваемся к нашей левой ноге, перехватываем стопу обеими руками вдох и с выдохом опускаемся животом, грудной клеткой, опускаем голову на ногу. Если у нас наклон достаточно хороший, то опускаем лоб на ковер, расслабляем заднюю поверхность ног, несколько дыханий. Голову приподнимаем, возвращаемся из наклона. Правая рука на левой ноге, левая рука через сторону пошла вверх, вдох, потянулись и с выдохом уходим наклон на правую ногу. Захватываем рукой также носок стопы. Фиксируем положение. И можно выставить левую руку также вперед, опустить правое плечо еще ниже и снова сделать захват или за носок стопы, или за ребро. Немного дотянуть себя глубже вниз. Разворачиваемся в правой ноге, перехватываем стопу обеими руками и с выдохом уходим наклон на ногу. По возможности голову опускаем еще ниже, на ковер. Полностью стараемся расслабиться. Ровно, спокойно подышать в наклоне.
Голову приподнимаем, переводим наши ладони в центральное положение. Руки перед собой, вдох. И с выдохом скользим руками вперед по полу, опускаем пониже живот, грудную клетку, опускаем голову на подбородок. Руки можно удобно развести в стороны. Ноги расслаблены. Руки также можно сцепить за спиной в замок. Опустить пониже плечи. И затем мы помогаем себе руками, плавно возвращаемся из наклона. Собираем наши ноги вместе, стопы соединяем перед собой, подсаживаемся тазом ближе к пяткам. Руками мы захватываем наши стопы и несколько движений в бадхаконасане, колени вверх-вниз. Динамичные движения. С небольшим усилием толкаем колени вниз. И затем фиксируем положение. Бедра стараемся максимально прижать. Стопы мы можем раскрыть как книжку и добавить наклон вперед. Спину стараемся удержать ровной. Потянуться низом живота к нашим стопам. Возвращаемся обратно. Приподнимаем колени, руками изнутри захватываем пятки, выходим в баланс на копчики и аккуратно разводим наши ноги в стороны, дораспрямляем колени, довыравниваем спину. Сгибаем ноги, опускаем на ковер. И помогаем себе руками, поднимаемся на ноги, ставим ноги пошире, носочками врозь, ладонями упираемся в коленные суставы, таз опускаем вниз, стараемся больше повиснуть на наших руках, передать вес тела на наши руки, ладонями мы расталкиваем колени. Ноги стараемся хорошо расслабить. Сделали вдох и с выдохом опускаем вниз правое плечо. Добавляем скручивание. Взгляд направлен вверх. Продолжаем расталкивать наши ноги, колени. Возвращаемся обратно. Опускаем вниз левый плечевой сустав. Скрутка в правую сторону. Возвращаемся обратно. Скользим руками по нашим голеням. Беремся за стопы и таз опускаем вниз. Локтями немного придерживаем наши ноги. Мышцы бедер расслабляем. Стараемся таз опустить еще пониже. И ладони ставим перед собой, перетекаем к правой ноге, руки вытягиваем вперед, согнутое колено больше отводим от себя. Правой рукой мы также можем локтем упереться в голень, левой рукой сделать захват за лодыжку, или более сложный вариант, когда мы правой рукой отводим колено в сторону, и удерживаем баланс на стопе и на левой пятке. Добавляем разворот в правую сторону, приподнимаем таз. Левая нога у нас на ребре. Возвращаемся обратно в исходное положение. Потянулись руками вперед, добавили наклон. И помогаем себе руками, перетекаем на левую сторону. Также вытяжение руками вперед, небольшой наклон.
правую руку мы можем поставить за ногу, левой рукой немного еще отодвинуть колено локтем или ладонь у нас на колени, да, распрямляем руку. Правой рукой мы можем опираться или на пол, или поставить ладонь на лодыжку, зафиксировать равновесие. Добавляем разворот в левую сторону. Правая стопа, задняя нога у нас на ребре. Удерживаем ногу прямую. Таз понемногу опускаем вниз. Возвращаемся обратно. Еще раз вытягиваемся руками вперед. Голову приподнимаем. Помогаем себе руками. Выпрямляем наши ноги. Широкая стойка. Носки мы сводим вместе. Пятки немного пошире. Ноги прямые, сделали вдох. И с выдохом уходим наклон к ногам. Руками мы беремся за наши пятки. И дотягиваем себя руками вниз. Макушкой головы мы тянемся в пол. Больше довытягиваем спину, позвоночник. Разворачиваем тазобедренные суставы. Голову приподнимаем. Одну руку мы можем подставить ближе под таз, вторую немного вперед. И раздвигаем ноги постепенно пошире. Ноги стараемся больше расслабить. Движемся очень плавно, медленно, аккуратно. Удерживаем равновесие. Другой вариант, когда мы можем удерживать вес корпуса на локтях. Для этого нам необходимо опуститься вперед на локти. Или остаемся на прямых руках. Продолжаем наблюдать за ощущениями в наших ногах. Ноги больше и больше расслабляем. Садимся на ковер. Некоторое время фиксируем руками наши ноги. И затем ноги мы собираем вместе и даем нашим ногам отдых.